Перед началом паводка на реках Свердловской области начали взрывать лед. Река Тура была первой на заледеневшей поверхности которой прогремел взрыв. Такие работы прошли на Верхотурском и Слободотуринском районе. Там 5 мостов освободились от ледяной нагрузки. По словам специалистов, в Нижнем Тагиле взрывать водоемы не планируется. Взрывать у нас лед не планируется, потому что это опасно и для экологии, для природы, для рыб. Вот. У нас осуществляется пропилка льда. Это у нас село Устютка, поселок Баронское. Вот. Где-то пропилы 300 метров перед мостом осуществляются. Для того, чтобы паводок прошел спокойно, без разливания реки. Операции по разрушению льда начнутся не раньше 5 апреля, пояснили в ГОИ ЧС. Сейчас толщина льда на водоемах города порядка 40-60 сантиметров.